И всем привет, с вами Колямба. Мы играем на серию Request Craft в игру под названием Smash. Так, сейчас мы играем на карте. Вот, вы видели, как она выглядит. Этот Smash здесь не такой, как в прошлый раз я играл в Smash Mobs. Это чуть-чуть другой. Но здесь мы не выбираем мобов. И здесь по всей карте валяются вещи. Мы должны их собирать и вот так вот бить другого человека. У него накапливается отдача. Это вот у него... Извиняюсь за голос. Отдача — это у него проценты над головой, которые... И... То есть если у него больше процентов, чем больше у него процентов, тем больше у него откидывания. То есть вот... У него 64%, и у него, то есть если я его ударю, он отлетит. Так, надо тогда он снижает проценты. И каждая вещь — это не просто вещь, она имеет свои какие-то особенности. То есть я сейчас заспаунил хоть это яйцо крипера, но я заспаунил не крипера, а он Блейза. Вещи. Так, вот у меня железный меч. Где он? У него уже 94% откидывания. У меня только 78%. Поэтому нужно его скинуть. Здесь 3 жизни. Сейчас он меня кинул штуку, это круговорот делает. Все. Я его скинул. Он круговорот, который он кинул. Так, и у него осталось еще 2 жизни. Так, побежали собирать вещи. Вот меч железный опять. Он телепортировался. Вообще он зря этот телепорт использовал. Я бы его использовал в тех моментах, только когда бы я падал, я бы телепортировался обратно на карту. Это глупо. А у меня большая отдача уже, поэтому он меня может убить. Давайте возьмем цветок. Цветок — очень хорошая вещь, она отдачу ему, знаю, вот так вот. Все, он горит, у него отдачу наполняется. Но цветок тоже кончается. Странно, не страшно. Да, все, я его уже скинул второй раз. Он у меня еще жизни даже ни одной не потратил. У него осталась одна жизнь. Ну, скорее всего, сейчас он меня скинет, потому что у него отдача 0. При возрождении она аннулируется. А у меня... Стоп. Нет. Он сам упал, и мы выиграли. Нам где-то запускается салют. И все. Мы выиграли. Сейчас посмотрим, если вам интересно, как называется эта карта. Чтобы вот такие прыжки делать, кто не знал, то это надо 2 раза пробел и shift. Подпрыгнуть и зажать shift. Эта арена называется Research Lab. Как-то так. Вот она, в общем, она. Напоминаю, это игра.
мини-игра находится на сервере Ghostcraft, на котором я в прошлый раз играл в Ghostcraft. Вот так вот. Очень интересная игра. Так что заходите. IP сервера, как всегда, я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.